Всем привет! Пришел повербанк на солнечную батарею. Ну, давайте быстро вскроем его. Повербанк на солнечных батареях – это устройство, которое позволяет от солнечной энергии заряжать телефон мобильный, ну или другие устройства, которые можно подсоединить к USB. Вот в такой приятной упаковке. Чехол отдельно к нему пришел. Влагозащитный, кстати, чехольчик, судя на ощупь. Вот, давайте аккуратно встроим, посмотрим. В принципе, он в описании идет как waterproof, то есть влагозащитный. И даже ударопрочный. Вот видно, что у него корпус такой. Но он не обрезиненный, как пластмассовый. То есть к нему идет карабин, который подсоединяется к этому вот хлястику. Да? То есть можно его подсоединить к рюкзаку. И идет провод микро-USB. То есть, вот здесь даже какая-то как LED-подсветка, что ли, или что это? Интересно. А устройство снабжено еще фонариком. То есть, он включается двойным нажатием клавиши Power. О, какой яркий. И у него еще второй режим есть, он моргает. То есть, при выключении. Чтобы его выключить, надо вот как бы сначала два режима пройти. Ну, тоже полезная функция. Это, кстати, считается аварийный сигнал. Мало ли, если вы лежите без сил, у вас хватило силы только нажать кнопку, и вот она моргает, моргает. Спасатели увидели, и они поняли, что вам надо помощь. Ну, единственное, конечно, он не SOS мигает. Есть некоторые устройства, которые и моргают азбукой Морзе, SOS. Так, ну хорошо, попробуем его подзарядить и от него что-нибудь тоже зарядить. Так, ну что, попробуем его подсоединить. Значит, берем тогда мобильный телефон. То есть можно подзаряжать там и GPS-ники. Указано на обороте, что можно. Там iPad, GPS-ники, мобильные телефоны. Еще какое-то здесь самое последнее непонятное какое-то устройство. Так, включаем. Повербанк, кстати, он на два устройства идет. Можно одновременно подзаряжать два устройства. Кстати, даже USB, смотрю, в обратном порядке есть на нем. Так, вот здесь как-то, да, выход первый, выход второй даже не обозначены, на всякий случай. Подсоединяем, и кнопка включения есть у него. Так, ну все, зарядка идет. Вот, отличное устройство. Значит, ссылка на товар в описании. Так что можете приобретать его. Стоимость у него порядка 12 евро на дату покупки.